На игре вы более уверены, чем в интервью. Спасибо. 50 очков выиграли, а Никин избил твою девушку. Как ты к этому относишься? Что сделал? Избил Машу. Когда? Во время игры. Ну, нет, такого не было. Я думаю, когда девочки выходят на игру. Я ему сказал, что, блядь, Диман, ну что такое? Ну нельзя так с девочками играть. Ну, валерьяночку Диману дайте, пожалуйста. Ну да, чтобы он успокоился. Мы это, превью ответили на вопрос, сможем ли содержать Лобанова или нет. Ты статистику вел. Сколько у него? Я писал, что он это. Не, я не знаю, кто писал. У Лобанова. Ну, один раз он сверху забил вроде. Сверху забил? Ты точно был на игре? Да ладно, не, хорошая игра. Хорошая игра, да, пацаны молодцы. На самом деле старались. Мы готовились к игре, разбирали игроков, потому что есть быстрые, очень мобильные игроки. Мы постарались их сдержать. И, по-моему, 39 очков за игру – это хороший для нас результат, как для защиты.